Владислава Скакорича Мариуполя. И наша фестивальная сцена вновь переместилась в этот зал, зал Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда Мстислава Скакорича. Сегодня она предоставлена молодым талантливым исполнителям театра фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Скакорича. Оренбургцы уже хорошо знакомы с работой этого фонда. Юные исполнители не раз принимают участие в наших фестивалях, и все же позвольте напомнить вам, что этот благотворительный фонд был основан самим маэстро в 1997 году с целью поддержки и оказания помощи талантливым молодым музыкантам из разных городов нашей страны. А поддержка эта проявляется в разных направлениях. Это и денежные стипендии, это организация концертных выступлений стипендиатов и в нашей стране, и за рубежом в лучших концертных залах. Это мастер-классы с выдающимися музыкантами и преподавателями, подготовка юных исполнителей к международным конкурсам и множество уникальных международных проектов. С 2008 года президентом фонда является Ольга Мстиславовна Скакорич, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Сегодня Ольга Мстиславовна в нашем зале. Давайте поприветствуем. Татьяна Кличкова, Алтайский государственный музыкальный колледж, 4-й курс. Партия Татьяны, Георгий Бегунов.